Обратите внимание, какие грязные пляжи. Ну, это все потому, что в первую очередь их не убирают. Видите, как грязно. Во всем мире, конечно, убирают, и специальные службы убирают всю эту грязь. У нас, конечно, все это в запущенном состоянии. Вообще, вам скажу, детские пляжи и очень запущенном состоянии все. Нету никакой ухоженности, нету ничего такого. В принципе, один песок, вода и кафешки, и все. В принципе, чтобы было такое. Какая-то инфраструктура, ее, к сожалению, на пляжах нету. В основном это разруха. Ну, и так как таких вот. Сами все видите.